Гляди, что это такое? Что это за фигня новая? Новую какую-то фигню прислали, офигеть! Круто! Приветище! Это VR-трудовик, и мы продолжаем моими гвоздичками выживать в этой песчаной дыре. Ладно, переходим сразу к заказу древесины. Мы же все-таки на трудах. Фигня какая-то упала. Так, значит, вот эту фигню давай закажем. Что это? Вот таких фигулин надо побольше. Фигневая фигня, падает с потолка, еще больше, я король древесины, ёкарный. Это, что это, планшет заглючил? Так, подожди. Ну, вроде бы пойдет, да? Дофига фигни, то, что надо, так как я люблю. Надо что-нибудь другое заказать, другой какой-нибудь фигни. Другой фигни, это что такое, что это за фигня? О, какая здоровая фигня, смотри, обалдеть! Давай побольше таких закажем. Люблю здоровые фигни. Круто. Так, у меня в мозгу уже что-то назревает. Я план действий составил, чем мы будем сегодня с тобой трудить, мастерить. Что за пень тут вылез? Назад давай. Плейт какой-то. Опа. Булгана. Ага. Бред. Пит. Булка хлеба. Крутый у нас хлеб есть. Пожрать будет что? Это что такое? Кисточка. Стайн. Фляга какая-то. Точнее, краска фляги. Еще одна упала. Мой английский это Perfect English. Какой английский вообще, когда ты на труды учился? Вот это что за фигня? Гвоздики! О, тарелочку разбил. Да чтоб этот планшет пень-пеньский, выкинуть он нафиг. Не работает нифига, одни пни вылазят. Так, значит, булочка хлеба. Свежачком пахнет. Деревянным. Колбасочку еще надо взять. Вот так вот. Пахнет наждачечкой. Шикарно. Будем, значит, сейчас хлеб точить колбасочкой. Что еще? Что еще вот эта красочка? Сунем пальчик вон туда. Все пучком. Обычно пальцы на трудах сувать не стоит никуда. Но я ж специалист. Краска какая-то галимая. Паленая попалась, походу. Ну-ка. О! Вот это роскошь. Вот это шик. Всегда бы так на трудах доски красились. Одним касанием. Сказка. Oh, shit. Так, значит, ребяточки, будем сейчас разбираться, для чего вот эти фигни. Я уже догадываюсь, что эта фигня нужна для пилы. Ручная пила идет в ход. Некоторые умники мне в комментариях написали, что эта фигня называется не ручная пила, а... как она? Ножовка! Ты прикинь, это ножовка! Ножовка! Ну как так можно-то? Старика приучивают, понимаешь? Ножовка им тут, фигня острая. Пила называется, все, отстань от меня со своей ножовкой. Все собрано, все пучком. Сейчас будем разбираться. Значит, вот эта штука. Вот так вот, наверное, сейчас. Или вот так вот здесь вот как-то. Кажется, я начинаю допедривать. Надо побольше взять вот эту штуку. Это нам в топку не нужна. Вот, смотри, вот. О! Во! Ты понял, что это такое? Для чего она нужна? Ща трудовик первого класса со стажем тебе разрулит всю ситуацию. Смотри, берем колбасу. Накидываем ее вот сюда, на эту древесяку. На краешек. Хлыбыч. Идем в противоположную сторону. Херак! И нет колбасы. Ты понял? Это же катапульта или качельки. Качельная катапулька. Пойдет. Не, ну надо же до истины-то добраться, а то что позориться-то, ё-моё. Походу как-то вот так вот берется. Ножовку переверни. Тьфу ты, я сказал ножовка. Ужас какой. Надо себе пойти отхлестать за это. И по языку надавать. Что, пилится, нет? Нифига не пилится. Рука, спокуха, не паникуй. Трясется, бедненькая, переживает. Да, что-то я не так делаю. У меня сейчас паника начнется. Смотри, как могу. Хопа, хопа. Профессиональ... Обосратушки. Получилось, ты посмотри. С божественной силой и помощью. Сейчас еще один... надрез сделаю под углом, вот такой вот. Ёк-макарёк, да я просто идеально одел... Ну ты понял, да? О, пазлики можно теперь собирать. А теперь с отличнейшим настроением идем разгружать древесину, которую мы заказали. Все скидываем на пол, нам это все пригодится. Будем строить неведомую фигню. Я еще не в своей голове. Но что-нибудь придумаю обязательно. Опа, видал, как я могу. Разруха. Это чисто моя тема. Но мы из этой разрухи создадим с тобой уникальную вещицу.
но я пока еще не знаю, какую. Обучаем, значит, нашу древесину стоять в положении стоя. Пришел к выводу, что сегодня мы будем с тобой собирать ящик. Огроменный ящик для всех твоих игрушек, которые ты раскидываешь по полу. Вот видишь, вот это вот боковая стеночка и нижний пол. Отлично объяснил. Педагог, блин. Нужен инструмент для скрепления. Молоточек. Отбей себе локоточек. Хо-хо-хо-хо. Шуточки за 300. Ну я тракторист, а. Вот эту фигню надо обратно зацепить. Эу. Эу, цепляйся давай. Чёртовы крюки. Я не хочу быть пиратом. Отцепись от меня, крюк. Заглючило, прикинь, приклеился крюк. Или надо мной кто-то пошутил, клей намазал. Фух, нет. Всё снял. Щавельный борщец, а. Нельзя так шутить, а что-то теперь в дырки не надевается, да? Другой крюк взял. Да штопорный ты носок, а. Окочуренный брусок тебе в штаны. Ну что ж за дела-то такие, а? Усыгда мечтал одну штуку сделать. Прибыть колбасу к столу. Вот и что. Так, не понял, а где гвоздь? Колбаса, гвоздь отдала быстро. Ты что не прибилась к столу вообще? Переходим к кардинальным мерам. Делаем операцию над колбасой. Нам срочно нужно вызволить гвоздь. Обалдеть, я пилю колбасу. Разрез сделан. Я вижу гвоздь. Я гвоздь нашел. Надо его вытащить. Пальцами никак. Значит, прибегаем к жестким мерам. Гвоздидеру. Ужасная колбаса. Просто плохая, наихудшая колбаса. Ужас. Зачем я тебя только это заказал? И это я еще до хлеба не добрался. Продолжаем собирать наш ящик для твоих миленьких игрушечек. Значит, нужно вначале на основу закрепить каркас, а уже потом на этот каркас набивать другие стенки ящика. Все стоит. Давай быстрее забивай, пока все не рухнуло к чертям. Бей по... Быстрее молоток возьми, рукожопу. Давай, бей быстрее гвоздяра сюда, вот так вот. Давай, блин. Все сломал. Ну капец ты долгий, а, рукожоп. Да, пока себя сам не поругаешь, никто не поругает. Хорошая критика, между прочим, всегда исходит только от тебя. Ну, в смысле, от самого себя. Стоит. Бей быстрей. Вот так вот. Красава. Наконец-то. Ёкарный. Я это сделал. Я шикарен. Я великолепен. Да, похвалить себя тоже надо время от времени. Значит, берем следующую балочку. Короче, последняя доска не стандарт. Не хватило досочек, мало заказал. А заказывать новый было лень. Короче, вот такая вот плоская будет досочка здесь в качестве каркаса. Сейчас я ее пришпандорю сюда, и будет вообще счастье мне. Вот, пщавельный. Забыл совсем про метод, который рассказывал тебе в прошлой серии. Насади, а потом посади. Короче, насаживаем вот так вот гвоздик. Просто ставим досочку, не надо равновесие ей выставлять. И просто забиваешь, и все четенько. Шикарно же, это просто все просто гениально. Ну ёкарный, почему я раньше так не додумался? Я 6 часов провозился с этими каркасными досками. Ужас какой. Ладно, все, я все сделал, я красавчик. Переходим к показу силы. Смотри, какой мощный. Одной рукой поднимаю вот эту всю конструкцию и бросаю. Кстати, слушай-ка. Кажется, не зная того сам, я соорудил совсем другую вещь. Это же... Смотри, что это? Подожди, сейчас я поставлю. Это же Машкину кашку! Стол! Гигантский стол! Для выросликов! Не спрашивай, кто такие выросляки, не знаю. Ну, короче, строил одно, а построил вот тебе, пожалуйста, стол. Так что ты теперь знаешь, как сделать стол. Вот что значит работать не по плану. Импровизайшн. Но мы все равно будем придерживаться первой версии. Мы будем делать ящик. Значит, вот. Каркас есть. Теперь на этот каркас набиваем вот эти деревянные листы. Вот, елки, скривил мальца.
Ну вот, пару стенок уже сделал, только что-то пошло не по плану. Кажется, у нас вместо ящика получился, знаешь что? Смотри, я ставлю вот так вот. Деревенский туалет! Чтоб меня, какой я шикарный, великолепный, гениально изобретательный. Делал ящик, а получился туалет. Только я так могу. Не, все, хватит импровизировать. Без плана вообще не обойтись. Надо нарисовать чертеж. А то я сейчас что-нибудь дальше начну делать и вообще космолет какой-нибудь смастерю. В общем, поскольку туалет намного интереснее ящика, будем продолжать строить туалет. Сейчас я его начерчу. Поскольку у нас незаконченный туалет, нам нужен план, как его все-таки достроить, чтобы мы именно туалет закончили, а не какую-нибудь фигню. Вот, значит, эта верхняя часть у нас, она уже сделана. Это козырек. Козырек вот такой вот. Дальше, значит, у нас там сидуха должна быть, да, на которую ты садишься и там все свои делишки делаешь. Вот, она вот такая вот сидуха. Там, короче, отверстие для твоих вот этих делишек всех. Вот. Куда будут кокули спадывать, да? Тут вот надо все закрыть, чтобы никто не видел, как там у тебя что падает. Все твои метеоритные эти дожди едкие. Вот, значит, все получилось. А дверь, ну, дверь в топку. С дерьми все сложно. Вот, план есть, пошли делать туалет. Вот эти торчащие рога надо отпилить, чтобы об них не спотыкаться. Мизинчику нашему было не больно. Один готов. Вот этот вообще кривой, там гвоздь даже торчит, травмоопасная вообще зона, надо нафиг все это выковырять. Фух, закончили. Берем, значит, вот эту штуку. Эта штука будет у нас перекладина для нашей сидухи. Ага, не влазит, надо подпилить. Кажется, входит, но не так, как хотелось бы. Черт, весь туалет сейчас разрушу, на себя прокину, катастрофа будет. Хорошо, что там еще нет этих метеоритного дождя. Вот, все, вот такая перекладина. Не важно, что она кривая, мы сделаем ровно. Ты ж меня знаешь, я ж перфекционист. Все, перекладина зафиксирована. Достаем теперь гвоздик. Торчащий вот этот вот, бесячий. Ну, наконец-то, я эту кривизну убрал. Все, теперь это идеальный толкан. Деревенский толкан. Значит, нам теперь нужно сделать сидуху. Что-то слишком большая сидуха у нас получается. Надо будет пилить. Я запарился ее пилить. Она очень широкая. В топку это все. Во, вот такие квадраты, только побольше мне, пожалуйста, можно? Нет, это не то. О! Такие хорошо, его... Не, это слишком длинный, наверное, это... Фигня. Ништяк! Все, я все нашел! Вот из этого мы сделаем сидуху. Просто сверху на перекладину ее шлепнем. Гвоздичками все подобьем и... По-моему, годно выходит. Мастер-класс, когда не хватает рук. Значит, сбиваем чуть-чуть гвоздик. Смотрим, чтобы он там не вылез. Он не вылез. Фиксируем и забиваем. Скосил. Первый раз такой со мной. Ладно, все поправимо. Еще разок попробуем. О, попал. Ну вот, смотри. Я же говорил, все будет ровно. Хе, мастерство не пропьешь. Теперь фигачим нижнюю часть, чтобы не видно было, как падает твой метеоритный дождь. Сейчас. Вот так вот. Чётенько. Не переживай, что сбоку щель, это вообще не важно. Отпиливаем в эту перекладину, на которой держится наш сидуха. Просто бесило, когда торчала эта фигня сбоку. Вот смотри, все цивильно, все ровно. Делаем теперь отверстие. Машу швать, все развалилось. Ладно, не беда, если так не прокатывает, мы так выпилим отверстие и потом заново все туда прибьем. Выпилил! Выпилил! Наконец-то! О, теперь у нас есть отверстие. Берем все это... Блин, толкан перевернулся. Вообще не представляю, как я сейчас все это буду ровно крепить. По-любому где-то же доскочу. Молоточек! Иди сюда! Этот гвоздик выбиваем. И сюда его вбиваем. Главное, чтобы все ровно получилось.
Ну-ка. Скосил опять, да что ты будешь-то? Что со мной происходит в последнее время, я не понимаю. Вот ровно, все ровно, да? Даже щели нету. Вот. Ну, пойдет. Скосил немножечко, верхняя часть попца будет приподнята. Тут щель, ну не страшно, это же деревенский туалет. Дырка есть и ладно. Ну что, я тебя поздравляю. Туалет, ты научился мастерить туалет. По-моему, у нас все получилось так же, как на чертеже. Все, смотри, вот в тютельку. В общем, все мастерски. Есть идейка у меня по поводу дверей. Тут, короче, петель нету, это вообще печаль печальная. Поэтому двери у нас будут тоже колхозные. Дело в том, что тут нету этих петель дверных, и приходится изощряться какими-то другими методами. Я что, такой по гвоздю попасть не могу? Так. О! Смотри, короче, вот такой вот навесной шторка будет. Хе-хе, навесной шторка. Когда нет денег на двери, просто забиваешь вот такую фигню. Одного гвоздя хватит, и все. Когда ты там сидишь, никто тебя даже не увидит. Пролазишь через низ, садишься вот таким вот макаром и делаешь свои делишки. Ты не видишь оппонентов с улицы, оппоненты не видят тебя, как ты делаешь метеоритный дождь. Все четко. Тут, правда, щель есть, через которую можно тоже выйти, если ты худенький. Хо! Грацио, мерси, браво, браво, брависсимо, великолепного, шикарный тубзик. Ужас какой, ну и срач здесь. Пришло время для покрасочки. Значит, туалет у нас будет, я думаю, знаешь, какого цвета? Лесного, зеленого цвета. Поскольку туалет у нас деревенский, чтобы он не выбивался из природного рисунка. Вот так вот. Шикарный дизайн. Шикарное исполнение. Просто чудо, а не туалет. Сиди, как говорится, и делай свои дела. Та-дам! Тубзик-смубзик. Пожалуйста. Всем желающим, пожалуйста, проходите в мой новый туалет, используйте, пробуйте, тестируйте. Ну а на сегодня это все. Рад был вам помочь, научить вас делать туалет, вот это шикарное произведение искусств. Не забывайте ставить лайк за этот тубзик, за этот видос. Ну и, конечно, подписывайтесь, если ты еще не подписан. Это очень важно. Ну а я с тобой прощаюсь, пока. Увидимся в следующем видео.